Вот скажите, пожалуйста, вот этот курунговид, он помогает с этой задачей справиться? Поставить вообще, иммунитет? Когда мы говорим у человека, например, сильный иммунитет, мы на самом деле говорим о том, что его симбионтная микрофлора сильна. Если мы говорим о том, что иммунитет слабый, это означает только одно. Собственная симбионтная микрофлора, она слаба. Именно от состояния микробов зависит наше здоровье, наш иммунитет. Почему так получилось? Но микробы вообще 4,5 миллиарда лет, они стали первыми жителями нашей планеты, и потом уже эволюционно долго-долго развиваясь, усложняясь, создавая ассоциации и так далее, они дали более сложные живые существа. А венцом этой эволюции является человек. Поэтому правильно говорить о том, что самым изначальным нашими предками, самыми изначальными, были микробы. И от состояния микрофлоры зависит наше здоровье всецело. Поэтому этот микробный симбиоз очень устойчивый, с устойчивыми механизмами саморегуляции. Он создан для того, чтобы обеспечивать нам хороший иммунитет. Ну, еще раз мы говорим, что в основе этого кисломолочного продукта лежит курунга. Тот продукт, который не портится в обычных условиях, кисломолочный, подчеркиваю, не портится до 2 лет. Это никакой кефир не может быть в сравнении, который через 2 недели портится. То есть настолько в этой курунге идут действительно свои процессы восстановительные, что этот продукт не портится.